о влиянии грибов на экономику России, плюсы и минусы сладкой жизни, музыка и характер. Ребята представили на конференцию самые разные и смелые темы. Каждая из них будет оценена. Арина Пакина приехала на конференцию из Ульяновска. В научных конкурсах подобного формата ей участвовать еще не доводилось. В ближайшие 3 дня она поведает аудитории о значении фразеологизмов и их истории. Вы знаете, что означает фразеологизм «узнать подноготную»? Нет? Ну, зря. Это довольно интересная история. Вообще этот фразеологизм берет свое начало в пытках. Чтобы узнать у человека правду, ему под ногти забивали гвозди. Отсюда произошло. После гимназии Арина хочет поступить в Казанский университет на факультет журналистики. Участие в конференции может стать ей хорошим подспорьем в достижении этой цели. Все победители награждаются дипломами и сертификатами, которые помогут им при поступлении в ведущие вузы страны. Ученики, конечно, получат различные грамоты, различные там сертификаты, которые им позволят при поступлении в портфолио положить. Это тоже учитывается. Ну, а главное, наверное, не грамота, не места, которые они завоюют. Главное, наверное, те знания, которые они получат. К авторам лучших работ могут присмотреться прямо на конференции. Оценивать юных ученых приехали преподаватели вузов почти со всей страны. Конкурс в этом году вообще проходит с небывалым масштабом. Идея проведения этой конференции зародилась в городе Отрадном в 2007 году. Масштабы расширились до такой степени, до неузнаваемости участников более 1000 человек. Сегодня приехали все заявившиеся участники с 22 районов и городов Самарской области, и нам это очень-очень отрадно. В рамках конференции проводятся круглые столы, мастер-классы, викторины и экскурсии. Открытый формат означает, что стать зрителями и участниками этого научного события могут все желающие. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События.